Каждый день ты живешь духовной жизнью, то со временем все больше будешь сердце Богу отдавать. Твой дух сильнее станет, а состояние улучшится. Святой Дух поведет тебя по пути, и ты получишь больше благословений. Ваша духовная жизнь в том, чтобы обрести присутствие Святого Духа, сотрудничать с Богом, покорять себя, а не просто жить по правилам. Вот чего должны достигнуть люди, так посвятите себя этому всецело. Вот почему Бог говорит, что тех, кто сотрудничает с Ним, Он вознаградит вдвойне. Вот почему Бог говорит, что тех, кто сотрудничает с Ним, Он вознаградит вдвойне. Вот почему Бог говорит, что тех, кто сотрудничает с Ним, Он вознаградит вдвойне. Вот почему Бог говорит, что тех, кто сотрудничает с Ним, Он вознаградит вдвойне. Чем больше ты приложишь сил, тем больше сердце повернется к Богу. Бог завоюет сердце твое, как только ты достигнешь нужного состояния. Никто не сможет украсть твое сердце, Богу ты принадлежишь. Он всегда покажет тебе свои слова и даст узнать то, чего не знаешь. Сможете достичь вы этих результатов, если сотрудничаете с Богом. Вот почему Бог говорит, что тех, кто сотрудничает с Ним, Он вознаградит вдвойне. Вот почему Бог говорит, что тех, кто сотрудничает с Ним, Он вознаградит вдвойне. Результатов ты достигнешь, если будешь сотрудничать с Богом, если будешь сотрудничать с Богом. Результатов ты достигнешь, результатов ты достигнешь, если будешь сотрудничать с Богом, если будешь сотрудничать с Богом. Вот почему Бог говорит, что тех, кто сотрудничает с Ним, Он вознаградит вдвойне. Вот почему Бог говорит, что тех, кто сотрудничает с Ним, Он вознаградит вдвойне. Вот почему Бог говорит, что тех, кто сотрудничает с Ним, Он вознаградит вдвойне. Вот почему Бог говорит, что тех, кто сотрудничает с Ним, Он вознаградит вдвойне.